Право слово, вовремя мой страйк закончился. Вот сейчас мэр Москвы Сергей Собянин, смотрите предыдущий ролик, объявил о том, что с 28 сентября в Москве начинается самоизоляция. Вот, и, в общем, новый виток. Эта самоизоляция пока добровольная, пока рекомендательная, но, как я и говорил, они будут усиливать давление. Вот. К сожалению, вторая волна, вот она уже стучится в двери в Москве с 28 числа. Вот. Они делают все плавно, мягко, они боятся недовольств, боятся протестов. Вот сейчас в новостях появилась информация о том, что взяли и резко вот так увеличился уровень заболеваемости ковидом на 30%. И власти готовят какие-то резервные мощности чего-то там в Москве. Все это пугающе. Вот, в общем, здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. И события будут развиваться, будут. Отсидеться не получится. Что ж, берегите себя и своих близких, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Будет на то воля ваша, поддержите мой труд. Данные вы найдете в описании к этому ролику. Поддерживайте друг друга. Вот. И если вы в большом городе, в частности в Москве, объединяйтесь хотя бы с соседями. Вот. Самоизоляция. Видите, какой удобный прием. Мы не знаем в действительности число заболевших. Они берут и пишут все, что захотят на бумаге. Но мы знаем, что они очень боятся недовольства народного. Очень боятся возмущений. Которые, да, в Москве как-то подавлены, но все же, да? Все может произойти. Они очень-очень этого боятся. А тут вот удобный приемчик берут и делают. Простите, что я руку так задираю, это у меня... Дикие боли в спине продолжаются. Вот. Друзья, заходите в описание к этому ролику, и там вы увидите ссылки на другие каналы, в частности, даже в ТикТоке. Вот. Диверсифицируюсь в информационном поле, потому что вот недельный страйк сейчас перенес, пережил, да, и нуждаюсь в вашей поддержке. Если будет на то ваше желание, посмотрите в описании к ролику и увидите, как это можно сделать. Вообще в описаниях к своим роликам я частенько оставляю много полезной информации. А еще полезная информация будет понять, как выбираться из города, если что. И т.д. и т.п. Обдумайте. Сделайте запасец себе дома, если есть такая возможность. Помогай нам всем Бог. Грядут времена.